Шаббат шалом. Наша недельная глава называется Трума. В этой недельной главе Всевышний дает через Моше Рабейну указание еврейскому народу, инструкцию, как строить, следовать в храм. Это очень подробная инструкция, и каждый элемент храма должен быть сделан по очень четким указаниям. На первый раз читателю может показаться, что это довольно скучная глава, так как это просто инструкции, из каких материалов и в какой последовательности должны быть построены элементы храма. Но это заблуждение. Каждый элемент храма несет в себе символ Вселенной или устройства человека. Я хотел бы обратить внимание на фразу, которую ответил Всевышний Моше. Моше спрашивает у Всевышнего, а не хватит ли у еврейского народа богатства для постройства храма? Всевышний отвечает, у каждого из твоего народа хватит отдельно для постройства храма. Это можем мы понять буквально, что когда евреи вышли из Египта, то Всевышний им дал возможность взять очень много богатства. Можем посмотреть на эту фразу с другой стороны, что каждый из нас может стать храмом для Всевышнего, что мы должны провести работу над собой, и у нас есть эти ресурсы, чтобы каждый из числа еврейского народа стал храмом для Всевышнего. Об этом наша недельная глава Шаббат Шалом.